я открыла свой новый мир Анастака. Выбрала себе такой псевдоним. Анастасия – это я. Стака – это гипс по-английски, стука по-итальянски. Люблю гипс, обожаю. Я с ним играю, я его леплю, вырисовываю, творю. Сначала больше заливала формочки, а теперь я просто им рисую. Очень любила рисовать. Мама сказала, что я изрисовала дома все стены. Не было живого места. И меня отдали в художественную школу. Спасибо, меня взяли. Мой педагог была Петрова Ирина Анатольевна. Она и сейчас работает в художественной школе заведующим отделения. К сожалению, пришлось отойти от этого искусства. Но все-таки без творчества я не могу. И когда я делала ремонт, и у меня попал в руки гипс, я поняла, что я могу что-то придумывать, творить. Могу сказать, меня никто не поддерживал вначале, когда я стала домой мешки с гипсом приносить. В итоге я присмотрела помещение и стала здесь делать то, что хочу я. И никто не мог мне запретить на потолок налепить бабочку. Я очень рада, что теперь все желающие могут мои картины посмотреть в выставочном центре Конаковского фаянса. Я об этом мечтала, потому что фотография не передает всего того, что я хотела донести до зрителей. А здесь можно посмотреть полностью и объем, и рельеф, и цветовую гамму. Хочу, чтобы все желающие пришли и обязательно посмотрели это вживую.